Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 января, суббота по Богоявлению. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. «Возведен бысть Иисус духом в пустыню, искуситеся от дьявола, и постився дни 40 и нощи 40, последи взалка. И приступаль к нему искуситель рече, аще сыны си Божии рцы, да камени сие хлебы будут. Он же, отвещав, рече, писано есть, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем изо уст Божиих. Тогда поят его дьявол во святые грады, и постави его на крыле церковнем, и глаголу ему, аще сын иси Божий, верзися низу, писано бо есть, яко ангелом своим заповесть о тебе, сохраните тебя, и на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. Рече же ему Иисус, паки писано есть, не искусишь и Господа Бога твоего. Паки поят его дьявол на гору высоку зело, и показа ему вся царствие мира и славу их, и глагола ему, сия вся тебе дам, аще пад поклонишемися. Тогда глагол ему Иисус, иди за мною, сатано, писано бо есть, Господу Богу твоему поклонишеся, и тому единому послужиши. Тогда остави его дьявол, и все ангели приступиша, и служаху ему. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. После крещения Спаситель ведется духом в пустыню.
Между центральным плоскогорьем Южной Палестины и Мертвым морем простирается мертвая безнадежная пустыня, называвшаяся Ешимон, то есть опустошение. Именно туда возведен был Иисус Христос для искушения от дьявола. Но прежде чем мы приступим, дорогие братья и сестры, к изучению отрывка об искушении Христа, необходимо понять значение слова «искушать». В греческом это «пиразо». В русском оно употребляется прежде всего в смысле «соблазнить кого-нибудь на злые деяния», «совратить ко греху». Но это «пиразо» у греков имеет совершенно иной оттенок в своем значении. Оно скорее значит «испытать». Хороший пример о искушении как испытании мы читаем в 22 главе книги Бытия, где речь идет о жертвоприношении Авраамом своего единственного сына Исаака. Бог искушал Авраама, испытывая его верность, точно так же, как металл, прежде чем употребить его в дело, испытывается при напряжениях, намного превышающих степень, которую ему когда-либо придется выдержать. И когда мы говорим об искушении Иисуса Христа в пустыне, мы должны понимать под этим испытание, которому подвергает себя наш Спаситель прежде своего общественного служения, испытание своей человеческой природы, подавая, как всегда, и нам добрый пример, как на это указывает Ефимий Зигобен. Иисус передается после крещения Духу Святому и ведется им, куда повелит, и подводится в пустыню на борьбу с дьяволом. И ты после крещения не будь уже сам руководителем себя самого, но водись лучше духом и не смущайся, подпадая после крещения испытанием. Для того ты и вооружен, чтобы сражаться. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение состояло в том, чтобы обратить камень в хлеб. Искуситель как бы говорил: «Хочешь, чтобы люди последовали за тобой? Сотвори чудо, дай им материальное благо». Но Господь ответил на это цитатой из книги Второзакония, которая, другими словами, значит: «Человек никогда не будет довольствоваться только одними материальными благами». В описании второго искушения мы находим Иисуса Христа, стоящим на крыле храма, где сходятся притвор Соломонов и царский притвор. Это было искушение поразить людей чем-то необычным. Но Спаситель ответил словами из книги Второзакония: «Не искушай Господа Бога твоего». Ведь Бог не фокусник и не стремится к сиюминутной сенсации. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Это искушение компромиссом. Дьявол как бы намекал: «Люди в моих руках. Давай заключим сделку. Сделай небольшую уступку злу, и люди пойдут за тобой». Ответ Господа свелся к следующему. В битве со злом не может быть компромиссов. Ибо сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Данное евангельское событие, дорогие братья и сестры, показывает нам то, что искушения всегда соразмерны внутренней силе человека. Нас не одолевает искушение, например, обращать камни в хлеб, по простой причине – что мы не способны это делать. Но любое искушение побеждается по примеру Спасителя, силой воли, уединенной молитвой и постом. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа.